Вот она, крыша градом побитая. Вот он бок. Ну, в общем, как-то так. Капот уже тут. Мух села, ну брысь. Да, кое-где тут вот тычки от камней. Я не стал туда лезть. Почему? Потому что вот, вот в таких вот вещах вот можно ковырнуть и лак треснет. А их тут вот несколько штук есть. Таких по капоту. Которые можно, так сказать, вот его видно, играет от камней, где лак может быть треснутый. Лучше туда не лезть. Ну вот примерно то же самое снимали раньше. Крыша кончилась, чуть присыпала ее тут, чуть-чуть пыльцой. Ну, вот так эпопея. Конечно, тяжело она мне далась, эта крыша. Вмятин много было на ней, вмятины жесткие. Вот спасибо ребятам, что помогли мне с ней справиться. Вот так что вот такая вот работа была сделана.